Снова привет, вы находитесь на канале Суперслава 777. Мы вот только что с компостером пришли с военного дота и нашли вот такой вот шалашик. Но мы решили вторую часть заснять, конечно, только уже не про дота, мы уже решили. Я вспомнил, что тут есть шалаш. Вот. Я его еще когда в 19 году только сюда в первый раз приехал, я его тут раньше нашел. Кто здесь живет, непонятно. Куски матраса лежат, обуви. Еще что-то там, ковер какой-то. Что здесь, непонятно. Как видно, здесь электрику от аккумулятора тут ничего никто не подключал. Кто здесь живет, непонятно. Дрявое ведро какое-то. Вот такой вот шалашик, непонятно, кто здесь живет. Бомжи или кто тут? О, что тут еще? Нычка какая-то. Кроссовок. Хера он тут надо. Ой, за мат, извиняйте. Ну, такой шалашик кто-то построил. Я думал, что этого уже шалашика тут нет. Да! Ща иду! Да снимаю хотя бы. Вот такой потолок своеобразный. Какой-то мусор. Дырка видно. Кто здесь живет, непонятно. Короче, вот такой вот шалашик странный нашел. Сейчас телефон поставлю нормально. Как-то поддену на что-то его. Надо на что-то телефон поставить нормальное. Чтобы у меня лучше видно. Ну, короче, ничего тут хорошего, обычно какой-то шалаш. Непонятно тут, для чего он тут стоит. Очередная заброшка. Так, вроде пока никого я не вижу, все, вылажу. Так, кстати, подписывайтесь на канал Суперслава 777. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Компостер 007, на моего друга летсплейщика. Он там сейчас в кустах меня ждет. Ашот! Ты тот? Сейчас я доснимаю и ухожу. Ну тут видно, кто-то живет периодически в этом шалашике. Блять. Что тут за говно? Ой. Господи. Да, сейчас тут, надеюсь, что я себе клеща никакого не подсадил. Что сейчас вообще сезон то ли клещей, то ли чего, непонятно. Вот такой вот домик. Кто в нем живет, непонятно. Походу, здесь давно уже никто не живет, не знаю. Я его еще нашел в 19 году. О, сейчас вам покажу сблизко нормально. Вот так вот как-то выглядит проход. Сюда, по-моему, давно уже никто не ходит. Тропинки даже нету. Так, все, я иду, Ашот. Ну, у моего друга компостера он чаще любит еще под кличкой маскироваться Ашот. Поэтому я его часто иногда в видео называю Ашотом. Не, если хотите, мы можем еще видео заснять потом про заброшенную поликлинику, но она закрыта, как вы знаете. А Запорожец, который был наш когда-то, ну не наш совсем, который мы чинили, видео снимали, нас этот пьяный дед прогнал, как вы знаете. Можете 7-ю финальную серию про Запорожец посмотреть, где мы объясняем, что уже пришел финал про Запорожец. Кто еще серии про Запорожец не видел, ой, тот может посмотреть. Что-то тут есть. А что здесь, непонятно. Это ковер, что ли? Ашот! 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 Я тут люк какой-то нашел. Да, походу, это люк. Деревянное, что-то большое. С гнилой растительностью. Или это не люк?
хорошо здесь. Это, походу, не люк. А, это даже не люк, это что-то другое. Блядь. Ты там еще? Ты там? Все, я ухожу. Ой, блядь. Надоело уже. Слышим, надо к чигирям ходить. Ой. Ой. Все, выхожу я. Да, спасибо, что вы нас смотрите. Канал Компостера 007, моего друга восплейщика Ашота. И Супер Славу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. И кто хочет, может предыдущие серии про поликлинику и про Запорожье посмотреть. Они интересные. Я и про электрику снимаю, не только про заброшки. Иногда я летсплеи снимаю. Все, короче говоря. Сейчас я выхожу отсюда. Ой. Надеюсь, что я на себя не нацеплялся этих паразитов. Ну что, компостер? Видео-то я заснял, конечно. Походу в эту шарагу давно никто не ходил. А вон. Сейчас я выключу камеру. А вон наши велики, мой велик. Сейчас дам. Вот это, если не ошибаюсь, вот кто видел еще предыдущие серии велосипед, когда я там про электрику снимал, тому пусть тот напишет в комментарии, я того и лайкну. Я когда-то на нем 10 лет назад пытался научиться кататься, но не получилось, только у Игоря смог. А вот мой нынешний велик, это с 2016 года. Я ему очень долго его там монтировал, чинил, динамку делал, фару и все. И мы вот на них катаемся. Ну все. Ну что, Антон, маши ручкой. Пока. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал Компостера 007 и Супер Славу. Все, мы будем... Если что, Компостер — это я. Ну да. Но он чаще любит под кличкой Ашот маскироваться. Все, давай.